социальной науки за разработку практических рекомендаций по применению тактик и приемов в синхронном переводе для студентов и практикующих переводчиков, награждается Бабаева Юлия Андреевна, студент Тверского государственного университета. Я студент, учусь в магистратуре на факультете иностранных языков и международной коммуникации. ТВГУ? Да, ТВГУ. Расскажите, за что медаль? Мне выписали премию за то, что я, скажем так, разработала подход к изучению синхронного перевода, к его тактикам. Мы предложили свою классификацию тактик в синхронном переводе, разграничили понятия, такие как стратегия, тактика и прием, и изучили факторы, которые влияют на качество синхронного перевода. А это сложная сейчас тема? Тема сложная, но при этом очень актуальная, поэтому сейчас очень много разработок посвящено и ведется по этой теме. Поскольку очень много международных мероприятий проходит, конференции, и синхронный перевод, позволяющий время сэкономить очень сильно, да, он повсеместно используется. Что чувствуете сегодня, вот такой день, когда вас пригласили правительство области? Большую гордость, волнение, конечно же, и очень приятно, что заслуги мои были оценены по достоинству. А вы из Твери, да? Да, я из Твери. Это мотивация для вас или удовлетворение, вот эта награда, эта премия? Скорее мотивация, потому что это позволяет двигаться дальше, стимулирует к дальнейшим каким-то исследованиям, к изучению этой темы дальше. То есть вы дальше будете продолжать эту тему развивать, именно в этом направлении двигаться? Да, мне было бы очень интересно дальше изучать это. То есть будете переводчиком или ученым? Пока точно не решила, но, наверное, хотела бы скорее попробовать себя в практике. А вы сейчас какой курс? Сейчас второй курс магистратуры, в этом году заканчиваю.